Вот поэтому меня больше никто на вечеринке не звал. Я объявляю тебе войну. Я придумал на вечеринку. Приятно на 10-й винде. Это ложь. И не ложь, я был на 11-й, там так противно. Ай, светится. Б. Мошка. Кошмошка. Олег. Почему ты не троллишься? Нужно сказать а. Научиться. Брат, у нас с тобой в общей сумме минус 9. Мы все равно в плюсе с тобой. Было минус 10. Ого, ну сейчас будет минус 20. А с Костей было минус 100. Так, смотри, мне... Стало минус 109. Смотри, мне надо выиграть две игры. Я потеряю... Желание жить. Поступил на свой ранг и охуеть. Последняя каточка, которая, ну, была в моей перегруппировке, там практически мы ее выиграли. Там бы было бы у меня 5 поражений, 5 выигрыш. Я бы вышел, наверное, просто, ну, как и было. И, короче, мы выиграли. И один хуйсос просто взял и сдох без байбека. В важном темплайсе. Это не Хвости, кстати. Там другой тип. Интересно. Ну смотри, брат, у меня из 4000 игр, у меня 2000 побед. То есть, ну, и там 139 побед и 349 матчей. То есть, я, по сути, 49% побед у меня. Общий счет. Хорошо, сколько тебе каток осталось? 2-3. Что? Сколько каток тебе осталось? 2-3. 2. Ну, одну мы уже отыграли. А сколько мы победили? 3 победили. 3 победили. Остальные проебали. 5 проебали. Ну, брат. Если будет 5-5, то... Хуй знает, что будет. Может, я стану рекрутом, может, стану героем вторым. 5-5 он хочет. Я тоже 5-5 хотел. Брат, ну давай постараемся, я постарался. Брат, ты думаешь, я не старался свои рекалибровки? У меня там везде хороший счет был. От одного старания не выиграть доту. Тут от удачи зависит. Костя тому пример. Ну, брат, ну Костя иногда пытается. Не фидить. Сколько у него там смертей за позже было просто катки? 22? 25? Прошлый? Почему Костя ходит всегда рядом с кем-то и пиздит его в экспу? И мало того, что он пиздит экспу, но он может подойти в тупую, один крип остался, тебе что, пиво? Ням!
даже маленького, подходит, шмяк, и уходит. Еще такой, хе-хе-хе. Нет, вообще нет, он бы такой, ням! Ой. Смотри, в Порше, когда мы играли с Тироблейдом и Войдом, там у Кости 23 смерти, и у Кентавра 21. Ну, он почти догнал его. Еще было очень больно увидеть, как некр все время выживает. Отвратительно некр, блядь. Брат, у него там было 12 вроде стаков косы. Или если не больше. Ну то там невозможно было его убить. Продолжаю себе это говорить перед сном. Мне нравится Леддот. Зачем эту имбу вообще сделали? Он и так был довольно-таки жестким. Там его контрить только по одним предметам за 4000. За 5000, извините. Нулифайер. А, тут нулифайер? Нулифайер, да. Я думал, ты... Нулифайер рачит. Вот два предмета, которые могут его законтрить. Оу, карта нашлась. Ну все, сейчас пойдет кач. Брат, две победы, я стану героем третьим. Нихуя. Ну ты, конечно, да. Хорошо. Верю. Я не верю. Ваша очередь запрещать героя. Мне нравится, как стражи и одни легенды. Осталось 5 секунд. Легенда, четвертая легенда. Гардиан. Ну, значит, у нас... Ну, так уж и легко фан будет. Брат, да? Брат. А чё они, а чё? Брат, давай. Давай, нажми, нажми! Я четверка. Ну, бля. Кто тройкой может быть? Помню, как в какой-то галочке я на Марсе это хорошо отыграл. На Марсе? А на Марсе. Могу пытаться еще раз, конечно. Не обещаю победы. Ты монету, да. Монету зачем ты обещаешь? Это не мои ПТС, это не моя война. Наткнись, это на твои ПТС! Вообще-то ты тоже ПТС тратишь, брат. Я думал, я наблюдатель. Шиза. О, шиза, да. Это наш петушок. Это наш пуджик. Пятерочка, кстати. Готовьтесь к бою! Не, вы покупаете Тангвард вообще? Арса. Верное. Из жуткого гнезда. О, сапог, весь мир, так закупщик. Это книжка. Единственная книжка в топе, где снайпер четверка. На 20-й минуте мне надо аганим иметь. Я справлюсь? Нет. Ну вообще, если он ебать на линии, то да.
Мне понравилась твоя неуверенность. Минер в меде. Я себе даже 30 секунд подавился. До начала сражения. Прикольно у тебя сет на Марса. Жалко, что это все скоро будет моим. А, ну да. Ты впервые прав. Вот они рисуют, чтобы мы шли к ним. Иди на охоту за фонарком. Ладно, лист. Я руну проебал, брат. Блин, ты охуел? Нихуя. А мне? Попукали на него. Все, попукали, хватит. Кто там, Фантомка? Да, Фантомка и Андайн, хотел. Кебаб? Слушай, блядь. Уела женщина. Иногда я поражаюсь с анимацией. Ай, блядь. Че хуярит, брат? Давай похуярим его взамен. Он же убьет нас. Дерьми силы вместе. Ай, блядь. Спасибо, брат. Моя цель была просто заблочить пот. Вообще 20 я силы. Я не чувствую силы. А, блядь, Фантомка кинжул даст, меня не будет. Так, не фидить. Ну, у тебя 200... Не знали. Они на деревьях. Оп, я на деревьях. Оп, пук. Пук-пук-пук. Ушли от фарма моего Марса. Слышь, блин, ушла, говорю. Твой Марс. Слышь, что я? Помнишь грибочков? Алкашка. Алкашка? Я кадек, как я, брат. Вот мудак, блядь. Ладно, сломаем там бук по 100 копеек. Он хотел что-то предоставить, брат, давай. Есть что-то? Усилить могу. Ну ты же спросил, есть что-то. Тут где-то заблочено. Попытаюсь. Опа! А, брат, они уже идут злиться. Почему Фантомка сказала, что она первая? Это что, последний? А меня что подлагивает, вот я не знаю почему. Блять, ебать, нахуй. Ням? Ням? Тут. Ну, песенки ты пак. Больно. Пошел так эти пачку. Отводить, то есть. Одно и то же. Как дела?
Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Ты в порядке? Я иду. Я рунку забрал. Опа! Золотой дождь! Не стал ходить со мной рядом, ты воняешь. Хоровод, хоровод. Я люблю твою мать. Может, отсыпем? Нихуя себе. Ну, 4 силы украли. Пойду колечко возьму себе. Фармить, брат. Я перезайду доту. Давай. Колечко, пожалуйста, Павел. No problem. Брата, я бучка отжал. Моментально. Спойлер, бучка наш тиммейт. Я знаю. Врага нет на центральной линии. Бучка сдох. Лайк. Я ему тип дал, брат. Спасибо, Раша, ты карма моя. А, это наш? Блять. Да! Он сказал, а, это наш! Да, 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 извини. Захожу уже там. А ты поставишь паузу или тебе? Она стоит. Тоже. А как мне второй раз нажать, скажи мне? Все никак. А зачем? Можешь сразу заливнуть. Э? Уже ливать? Уже поебали. Марта, играй, давай, поедем. Не хочу ливать, я выиграть пытаюсь. Я захожу, брат. Хорошо. Я убил фантомку. Убил соло фантомку? Может, тебе трочка побыть? Да нет, мне бучка помогала на тебя. Я как раз что-то помог. Врага нет на центральной линии. Миссия не видел. Врага нет на центральной линии. Хорошо, братишки, хорошо. Не знаю, что это страшно. Я... До конца. Пизди, брат, его. Ну-ка. Опьёбы. Ебаный в рот, блядь. Я видел твое желание присунуть женщине. Охуеть, хилку таскает для себя. Брат, фантомка 6 на 6 минуте. А там мидер? Нет, брат, мидер тэчис. Я тебя утешил? Его больше времени, чем у кайфрэш мага. Ну, было. Ну, сейчас на 7, конечно. Я иду, брат. А у тебя уровень больше, чем у меня. Я плохая троечка, видимо. Там финтумка. У меня есть вулканы. Смотри, бучка здесь. Вижу. Спасибо. Я дал ему тангус, он ушел. Брат, зачем ты тайный ритуал с ним провел? Убиваем, убиваем. Кого мы убиваем? Работаем. Кого-нибудь. Брат, мне кажется, ли у тебя дальность вижена больше, чем у нас? Дальность вижена? Обратно. Давай сломаем тамбу, тамбу, тамбу. Ломай тамбу. Хорош. Чем-то мне напоминает тот путь с того компьютерного клуба. Хорош, хорош, хорош. Давай, 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 идем, 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 идем. Какой-то он там
фразу все время говорил. Отлично. Отлично! Ты зачем помнишь то, что я не помню? Так надо, брат. Пук! 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 Я устал. Пора на пенсию. Вы что, совсем новички? Женщина пришла. Будет ТП. ТП пест. ТП хайся. Я вижу фантомку здесь. Да не уйду, ты можешь просто бить со мной. Мне кажется, чем-то недоволен. Ну, то есть. Дефекты ёбаные. А меня ультует селедка, и я теперь теку. Что это? Это... Сука, странно. Меня... Чем товар поменяли? Я так привык уже вести крипа к определенной зоне, а, блядь, все поменяли. Нормально, нормально. Отдышат. Глядите, вашу центральную башню атакуют! Это моё. Пинчимка. Золото за свинец. Ой, брат, я мидер, оказывается. Сам большой уровень? Нет, просто на минус стоит. Там опять пиздилка. Все вот отсюда. Ну, отсюда все вот. Блять, какой я бомж. Даже небо, даже я, все мы платим по вашей центральной башне. Вашу верхнюю башню атакую. Он видит. Я хуею. Вот оно, варп. Брат, там есть морбитка. Нейтралка. Ты хочешь, чтоб я ее взял? Да. А что мне, я с этим лопатой? Ко мне пришел, кстати, этот дух. Мы убили фантомку. Селедку мог использовать он какой-то. Используй свое копье. Покажи, на что ты способен. Помоги, меня бьют! Ты сам тебя убьёшь, да? Хорошо, на! 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 Там ты течка. А грибов вижу. Важнее гриб. А чё, блин, не чувствую себя без блинка вообще. Смотри, видел, видел? Люба. Я понял.
Ой, блин, кого надо? Не хочу ультовать. Нет! Ну! Такое количество ремонтов мне понравилось. Мне не понравилось. На меня вот 3 ремнанта кинул, ты видел, блин? Тебя не любят, видимо, слишком хороший снайпер. 6 минут до аганима, брат. Значит, я в нем пройду игру. Брат, ты должен выфармить. Ты уже выфармил, да, его там? Ты забирай лес у папича. Папич 50 уровня. Папич злой. Включил Dark Metal, и там играет какой-то амбиент. Как будто я в Skyrim зашел. Это чтоб ты расслабился, Ба-ба-ба-ба! Да стань рыбой, бабой! Я рыба идёт. Ты ж, бля, охуел, рыба? Ай. Пиздюки бесконечные. Опять мой снипер-снапер, вот я тебе баунти вгапаю. Почти похоже. Ты чешь, брат? Эти эффекты. Нравится? Нет. Как мне удалить все скины и играть дефолтными? У меня такое наслаждение будет от доты, чем нежели вот эти вот эффекты течки. Течки? Ну ты же буквально течешь. Почему я приглашил, у тебя тут брат уже текет? Ой, такой тебе пришел. Мы 5 игр подряд выиграли, я герой третий. Уже... Мы просто без тебя играем, поэтому нас кидает кто-то нам. Брат, я не хочу. Он слишком быстрый, эта рыба. Меня не любит, меня заставляет течь. Я слишком сексуальный, брат. Смотри, шмяк, 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 Манечка, он... Олежика потренируй. Да я не могу, он в офлайне сидит, брат. Нет, не могу перебирать тех, кто в офлайне. Вообще всем рублю это. Тренера. Потренируешь меня. Язык на украинский, конечно же. Ну и теперь все карты. Я начал загружаться. Чувак, а я давай седьмую буду пустилином пятым. Ты какой-то тихий, Костя. Я тихий. А, подожди, ничего не делай, я тебе сделаю погромче сам. Давай. Пукнешь это? Я спот заблочил. Я не могу тебя начать тренировать. Почему? Да, может, минимальный ранг тренера рыться. Почему меня тогда можешь? Я ж не рыцарь. Я кружусь, как смотреть, как ты без задержки вроде бы. Бучка. Ты за бучку идешь? Понял. Я вообще не знаю, дурачок, чем за бучку бить. Наверное, тебя, потому что у меня есть права Дэд Плюса. Знаешь, я же вижу, что у меня Ливи, герой. Третий. Смотрю на брата 50 уровня. Четверка. Четверка. Я рандомил. Что? Денег! Ему тогда, я же 11 уровня, почти как ты, четверочка. Оливал. Наш пуш, кстати, отжимал. Все, значит, мы калибровался, тебя выливать можно? Ты не калибровался, значит. Я калибровался. Ну, сколько ему игр.
Меня подожди, обманываешь. Не твое. Я бы и сам справлялся, говноедка. Нихуя себе. Аквилка есть. Какой же тебе аквил, брат? Я решил столовку взять. Эй, блядь, ты заебали эти огры, у них еще так много уродов. Еще станет на полгода. Чисто я также. Сам же себе хлыстал. Буду хлыстать нелюбимых не людей. Нелюбимых. Будешь в ТЛД играть. Будешь себе доминатор и хаммер собирать. Будешь сначала хаммером станет, а потом крипом станет. Этим. Пол. Звучит. Не думаю, что для этого собирать доминатор. Гранатка. Модно купить чена. Купить чена? Да. Чен можно купить. У тебя осталось пару секунд. Блядь, ты посмотри! Ух! Это еще не купил. Да, он пишет кому-то удобные слова. Смотри, он Владимир купил, брат. На игра. О, он ДТМ собирает, брат. Хочешь убить Слардара? Я могу прыгнуть в него. Ебать, я сдох! А. Мы убили Митера и тройку. Просто тебя пикают, еще говорят, что ты... Ты чё, сука? Да, нравится играть? Замучу. А, понял. Он тебе пикает, говорит, ты чё, сука? Да он... Я там ультанул один раз, и он уже начал мучкаться. Удивительные дотеры. Дотеры даун просто. Вардади на фарме и бывает, это огни. Ну чё? Он не фармил. Хочу с друзьями гулять. Рефреш, ах, дуру. О, еще будет. Зацени. Алену выиграть. Говорит, как у тебя стич хочет. Ага, не надо. Я еле-еле стал героем третьим. Сука, скелетики вонючего урода пришли и забрали моего крипа. Действительно. Вонючего урода. Давай я доминатор соберу. Буду призывать троллем скелетики. Буду твоих крипов тырить. Ну брат! Ну хоть ты этого не делай. Там отхлыстали всех крипов его, кстати. Вот крипов скелетов. Ого! Неплохо. Я оракл. Ну блять, он течет по всей ка... Ну я не знаю. Это смешно. Брат, его затроллили. Он давал пятюни ему. Да я видел. Нифига себе. Я тоже так сделаю. Ну что сказать. А чё ты вступаешься за быдло? Да нет, он просто сдох как лох. Быдло не вступаешь. И он извинился, он думал, что ты за вражескую команду, когда паузу отдал. А, зеленых мин больше нет, можно не бояться. Хочу сломать тамбу. Я могу, блин, тянуться, конечно, прыгнуть и кинуть копье, но я... Хук будет? Блять, ну хук! Ёбаный в рот! Хит хуком. Ёбаный рот! Вот хук.
Как Костя, у него есть хук, он подходит, чтобы запришмитить, а враг уходит. До сих пор помню это. Как-то стал играть с нами. Ты как всегда так, я уже привык. Это вода! Просто успокойся. Ну это ебануто. О, крепкий. Смотри на этот! Кипит, ёбаный, забрали мою крипа, а так не вот это там. Что это такое? Так проверь за меня. Он огни собирает. Кто он? Он Андай. А ты не ходи передо мной, блядь. Опять, оно дает урон. Минька, бать его в рот! Ах. Я просто хотел блэкмейл. Если бы они через скелеты не забрали у меня блэкмейл. Нахуй. Я же надеюсь на тебя попитывал за то, что улетел. Нихуя себе. Сделаю я. Пупки. Отстанет меня. А почему мины прям со мной вникаются? Если она привязывается к тебе, эта репучка, она в любой части карты до тебя достанет. Нечестно. Это тебе партнер. Не знаю, мне не нравится это. Heaven's Halberd. Можно на шанс, наверное. Почему еще, кстати, его папич не набрал? Невидимость. Не захочу. Плохой папич. Будет стратегия у них. Наршан говорит, зайдет сейчас. Под смоками. Пас, не умирай, иди сюда к нам, вот здесь день встань, стой. Хорошо. Просто только не заходите вовнутрь. Не заходите вовнутрь, понял? Ну, брат, а как туда размножаться? Опа, один скелетик вышел за границу. Ну да, я не понимаю.
Да стой, ты. Ты просто не значит. Ебать, отстань! Ну, блять! Я Марс, я! Няшечка, поняшечка! Вашу верхнюю башню атакую! Мне точно такой же свет на парке, чем кроме Дайсера. Это ты, значит? Нет, это себе? Никита твой все. Никиточка. Шоммер, пуси. Где, кстати, я... варик там, видишь? Где? Тут вот. Да, кстати, брат, нашел кость. Кто-то варик поставил, брат. Что, кость? Я нашел себе только вот 99 рублей, молодец. Ну, за 89 найдешь тогда, варик. Покупка не для меня, но во имя великой цели. Я зато сахар сейчас сотку, что ли? А сколько сахар стоит, спросит, брат? Сотка. Я говорю, стоит у нас сахар. У нас есть, мы отступаем? А вот почему мы отступаем. Ты не отступил, поэтому ты сдох. Есть оправдание. Он повторял мои действия. Просто у нас два Эгиза, и мне интересно, почему мы не идем дальше. Ну ладно. Иллюзия. Mine is truly a blessed life. Серьезно, дай его ауру против врагов. Аура против врагов. О, блядь. Арена есть, брат. Ты сейчас будешь прыгать, тогда и приходите. Тут время. Ну! Зажгнись! Я тебя сам убью! Может, тебя хотели убить? Там ба. Мри. Что-то интересное вас происходит. А ты его откинул, блядь. Смотри, какой папич агрессивный. Да. А куда мне его было откидывать, интересно? Смотри, я не прожимаю эту штуку, чтобы не ломали. Вашу нижнюю башню атакуй. Критики беснутся. Нижние казармы врага сдают позиции. Ой, то есть рушатся. Ничего не делали, если его нижние позиции разрушили. Все, уходим, значит, помни дальше. Лепота.
Брат, приди ко мне, дай мне арканы, пожалуйста. Нихуя себе. Жжёт пирожок. Не, знаешь, как бы я не хочу давать арканы типам, у которых вообще киллов нет, вот типа фу, типа смертей больше, чем у меня. Даже ассистов вот как бы меньше, не знаю, что-то не хочется. Ну бро. Он на них испроебал, кстати. Зачем ты троллишь, брат? Я же не хочу, чтобы меня троллили. Троллинг — моя жизнь. Я куплю суперблинк, будем суперблинкаться. Барабанщик. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Постучи меня по голове, пожалуйста, сейчас. Ай, обожаю, когда меня ебашит по голове. Я не готов. Ловкий блинк. Пока. Не бей меня, пожалуйста. Прощайся с жизнью. Я просил не бить меня. Нихуя себе, блядь. А за шо меня так? За шо? Фордесетса, я ок. Репорта больше не осталось. Вот хочешь репорт дать. Даже мне? Я тебя. Протон за и выдел твой ульти. И плачь. Ну даешь. Она возле ББ. Тебе нравится давать у нее ультик? Там ультует петуч. Все, этой женщины нет. Друзья. Я... Ага. Сука. Ладно. Еще сам драться. Сломай. Да ты умрешь. Опа. Ай, блядь, бра. Он фрешмит отменил. Я теку. Зачем ты течет? Стойкая сзади. Брат, мы выиграли уже, все, можно поломать трон. Я понимаю, но фантомка набросится на меня. Брат, фантомка не хочет с тобой иметь дело. Фантомка мертва. Слушай.
Ну что, еще одну, брат, поиграем на крутом Амере с крутыми пацанами на 5К. Ой, нет, смени игру, блядь. Зайти в сеть, чтобы пригласить брата. Урон 31к нанес. Где Костя? Вот Костя. Слушай, 31к урон, это вообще неплохо. Этот Петрович, вот, ну, 33к нанес. Я практически как он нанес. Сколько я урона втащил? Там рестлинг больше. Надо выбрать роли. Олежа? Надо выбрать роли? Да, выбери себе роли. Я выбрал роли. Смотри, мы выиграли 2 игры подряд. И еще одна игра. Я буду крутым батером! Это он на тонком мякате, если мы проиграем, будет в чем проблема. Я намекаю на кое-что. Ребята. Нет, какой путь фидер. Фидера. Парни, я 2 раза троечку играл. Это твой последний, да, Держа, калибровка? Да. Тогда надо пикнуть. Осталось 10 секунд. Или вот этого нет. Я правда не хочу идти за Энигму в лес. Я же бегаю быстрее того. Да не знаю, как бегу. Саленсер. Уже на предикт тебя берут. Ну. Ну ты даже подумал нам? Об Энигме. И там уже... Он подумал! Там кнопка загорелась, это сирена. Да-да. Он пикнул. Не знаю, как он пикнул. У меня есть лисий саппорт, мне не нужно покупать синтрю. Это хорошо. Покупай синтрю, давай. Прям сейчас? Дружу. Это прям сейчас, они уже там с синтрями на меня готовы. И ни одной. Я одну купил, броня и денег. Еще одну покупай. Они сломают твои синтрю, тебе придется нести новую потом. Я буду получать яд в лицо все время. Думаешь, пойдет виномантер мид, а не квапа или садница? Квапа, кинжалик, яд. 2 килла. Да, как 2 килла. А это их виномантер. Все какой страшный зерглинг. Ты бы ему облизал? No. Я не спросил, что. Ну и я сказал, что да. В чём смысл третьего? Третий такой говнище. Вообще, он прикольный. В замедлении против бары ты берешь замедление. Что там еще у тебя? А, у тебя третий, ты изменился. Думаешь, бара пойдет пятеркой? Ой, блядь. Ну и в смысле, у тебя вот чистый урон идет вообще-то от базового урона. Чем тебе не нравится? При замедлении, при движении. Чистый урон. Чистый. Это у меня будет 120, ну, 50 урона и плюс 65. И плюс 60%
это будет где-то 30... 33 урона. Какой 33 урона? Это чистый урон? Ну, 60%. 60% это бонусный урок от базового. А, ну, ты по уменьшу, да. 60%. То есть это... У меня 65. Это будет 30 с чем-то процентов. 32-33. Плюс 50. Чем тебе не удовлетворяет 80? 33 урона будет. Ой, то есть 33... 83 урона будет. Почти как твои хилкам. Мне мана не хватит столько жрать их. Сейчас мана за штучку. Что ненормально. Это нормально. Наконец-то. Где рыба? Где этот Джаггернаут? Брат, Джаггернаут у нас на линии будет. Ну там стики, это лайки дают друг другу уже. За что мне лайк? Ну а. Мне это нужно. Their blades will break upon us. Нельзя. Это, брат, меня заблочили. Только дайте. Что с голды, ничего себе. Не обидит. У него мечик прикольный, кстати. Хотя нет, мне больше нравится тот, который по земле такой, такой бжжж. Это аркана, брат. Еще не время. Не буду пушить лайн. Уж за этим занимаешься ты. Как-то бета на сегодня обстрелял бы. Потому что, блядь, на тебе молот. Появился у меня. Ну, кормись, кормись. Дерись, дерись, дерись. Больше не колись. Если будешь колиться, нихуя. Он еще что, сдохнуть? Он мог штучку поставить и убить меня. Он мог штуку поставить и убить меня, брат, свою. Детеныша виномансера. Хилку принести? Спасибо. Я принесу. И тут скилл. Бля, ну ладно. Дек даже поставил. Ну, я, кстати, тоже уже поставил. Больнее жало. Ну, не вроде. О, сука, меня заблочила хуйня эта, брат. Да. Вот хуй ты хуйни с ними. Я не знаю. Вард, Плейк был Вард. Не-не-не, которые назвали, понимаешь? Ну, Плейгвард. Нет, ну назвали вот типа Дима там, вот. Это вот этот, например, Артурчик. А вы нифига себе, для каждого придумать имя, брат, не жил под 200 секунды. Я себя понял. Они не так уж важны в нашем обществе. На, я убил его ребенка, брат. Хилку поставил. Вард поставил, брат, смотря. Смотри, контролит хилку, брат. Брат, тебе нужно вообще? Я могу уйти, чтобы ты кормил всех хилку. Я слышу пуки. А это мой телефончик. Вот, смотри, смс-ка случайно не пришла. Если придет смс-ка, это... Я пиздец. Он тебя ропит. Ну чё, Костя военно обязан еще.
Ему нет 27, поэтому... Мы встретимся с ним, блядь, на поле боя. Я спрошу его про слитые ММРы. Нихуя себе, посмотри, кого я нашел. Ай. Вы инвизите, что? Ты бал, сайт, твой говнище. Э? Песок? Ладно, не буду. А не ты, вы это, плейдбар, что вы сами? Это меня так кормят? Чего в сервере есть? У меня есть в центре. Это мессенджер. Мне кажется, не можешь фармиться. Все равно получил. Стой! На тоненького хочется пойти. Но я не тоненький. Иду за арканкой. Давай. Смотри, у нас Сарк делает даблкил. Ой, блин. Ну ладно. Нифига себе, он у меня пришел, ладно? Слышь ты, Джагерна, ты охуел. На, Джагерна. Меня гарпуни, Олег. Ты обхайкан. Ого, я Харьков? Да. Блять, Катя какая-то, а не Харьков. Слышь, чё? Ладно. Я как бы начал. Случайно, я через третий. То я им доложу. Вашу центральную башню атакую. На! И вот штучки. Ну будет статик, наверное. Да если брать на всякий случай. Видите? Бля, ну чё не... Две руки нельзя в одну руку положить, это всё. Больнее жало. Можете лес хранить просто такая? Крипы под тавром. Вот маленький спотик, подойди спот пофармим маленький. Сейчас крипы уже подошли, можете типа увидеть. Нихуя себе, ребенок! Нихуя этот! Детей нафармили! На. Позабочусь о своих богатствах. Э? А с меня эта хуйня не скидывает. Эффекты. Очень странно. Лол. Вард пукнул. Лол. Ты знал? Кто Вард пукнул? Ну, хилка его. А, не, я не знал. Для чего фармиться пришел? Сломаешь дерево вот это вот? Это вот женщина. Дерево сломаешь, пожалуйста? Хорошо. Пошел наверх. Бейся, бейся, бейся! Только он убежит. И Квапа, говорит, наверх ушла. Квапа на меду, ты врёшь. В смысле, я выберу? Я слушаю, что мне говорят. А, ну, меня видно. Хорошо, я поставлю вартик. А тавер поставили вартик. Ну, если ты даёшь. Молодёжь. Смотри, видишь, хилка, брат. Хилка. Так, надо как-то тактически пройти. Чёрт блачет! Говорить плохие. Меня блочат. Если бы кентавр чуть раньше дал стан. Может быть, ты выжил. А ты не был. Я бы тоже в стане был. Нет. Ты не был. Снова здесь.
Почему тролля моя шмотка? Просто вы себя кислали здесь. Отомстишь? Нет, я пошел наверх. Пиздец. Вверх это низ? Да, вверх это низ. Просто вверх. Привет, тролль. Ты не застакаешь. Шейд, я не дам. О, начинается нужен скил. Пиздец, крипов. Брат, тебе корова бежала. Он застанил. Даю корове вилку! Корове? Ой. Сама пиздилка нанизу, брат. Я только туда прихожу, а они уходят. Великий шестой. А я же могу своей ульти себе прожать, мам? Брат, что? Опыт тролля. Я могу прожать ульти? Хуй его знает. Кюри, как не должен? А ты все, я не помню. Ульта нет, брат. Ты ультану! Я похиляю тебя, брат. Нет. В такие случаи. Я сказал нет! Чму-чму хил! Блядь, я тебя сдох, мне кажется. Нихуя себе, блядь, всего хорошего. Секунду осталось, секунду! Может, следовало себя хилить? Себя, наверное, хилить. А я не думаю, что я, четверочка, был бы хорошим целью, чтобы похилять. Ладно, дай мне соло себя похилять. А снизу пизделки, брат. Давай, тролль, всех за тролль. Я иду к тебе, давай, будем няшиться. Давай. Режь всех, режь. Давай этого теперь. Нет, слушай, лежит уже много. Я домой пошел. О, где шмотка? Дай мне мою шмотку, забери свою вонючую. Забери свою шмотку вонючую! Забери там, блядь, шмотку! Пикачу, и мне на эта штука нравится. Там корова бежит. Бежал, бежит тебе, брат. Я вижу. Да, бежит. Давай. О, чем много, нет? Я сейчас свяжу его хоть разочек. Я ждал ульта. Это вам. Регионалка. Я, кстати, тоже. Не было маны, я использовал свой ринг, чтобы выжить. Ого! Сколько душ продал? У меня
сейчас пятый получается. Укрепили свои сооружения. Центральная башня противника. Это мой тролль. Он лучший в мире. Про меня он так же говорил. Я не прав. Привет. Что ж поняшься? Что поняшься? Согласен. Там наверху. У меня другие планы на жизнь. Он не хочет с нами няшиться. Смотри, корова, которая может бежать. Винователь еще можно будет, кстати, потому что он ладит. У меня друзья отошли от меня, оказывается. Пропади ко мне, подойди, подойди, я скину тебя сайленс. Я в сайленсе, обманщик. Это любой уже сайленс. Тенлайт. Про тебя видят. Мне за ним за это было. А, не интересно. Молите вашу центральную башню атакуют. Они ломают, ой. Я бы хотел что-то отомстить за него. Беги ко мне, беги ко мне, я тебя спасу! Не хочу уходить из видимости. Потому что тебе пиздят пипы, мне не нравится? А, тебе пиздят всё. Ай! Брат. Какой-то отходняк после твоих штук. Брат, так бывает. Какая жалость. Там такой тонун, интересно. Тоже это может быть, даже не знаю. Опа, экспо халявна! Потанчишь, наверное, на меня, конечно, не брал. Все для меня. Там все борды стоят, ну ладно. Хи-хи-хи. Ну все. Ну все. Я тебя маныграл. Ну все. Ну все. Полил вас. Я. Мне барали. Полил вас. Долго его убил. Кто можешь помочь сломать барлики здесь? Руби дальника, дальника, руби и просто сломай бар. Я тоже. Возьми. Сейчас я тебя похиляю. Летает. И кто тоже летает? Оп! Блять, бесконечная сама. А чё, никто не хочет ко мне? Я ничего не хочу, пока на мне 500 тысяч эффектов, и если я использую, я умру что-то. Если я использую, я умру. Если получаешь парихен за каждый эффект, плюс... Уважение. Плюс 6, то парихен. Уважение. Сломаешь варик здесь тоже, Кость? Нет. Тебя сама это сейчас наверное. Понял. Опа, из-за яблока я бы убил бы Олега. 15 копеек. Позабочусь о твоих богатствах. Время пришло.
Ты покидай, брат. Сейчас я принимаю с тобой урон. Ты уверен? Конечно, брат. Пока, Костя. Не, пока, блин. А вот и что я душу, оказывается, продал. Я не рада, не впутываю его все это время. Брат, там сайлентер. Хорошо. Я его 3 раза уже убил. Любите мне дай. Или я на фишу не солю тебе, или я убить. Теперь я хочу убить тебя. Ты доволен? Я уже все отдал. Гастон, так что у тебя еще есть. Видишь, ты умираешь. От моих рук. Не, не, давай, давай, давай. Тауэр Дейс, а? Ай, блядь! Да шо, да? Так и сказал. Ай, блядь, если что. Чтобы спастись от Джаггера. За куру! За куру, брата! Брат, подойди ко мне, брат! Блядь, ну брат! Крепчик очень захотел мой трон фарми, да? Я бы мал, фул фарми, конечно. Надо бы крестиков дофармить. На тебя похож. Давай, давай, пиздите его, пиздите, 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 давай. Давай! На! Дальше. Да, 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 да. Что я пришел? О, на сварке, если забыл бы него. Вы на развороте там. Ой,
Кость, у меня КД, я тебя похиляю на секунду, конечно, да? На этом все, Кость. Давай, да разворвайте, Кость. Кость? Разворвайте? Нет, спасибо. Сейчас там Ика рядом сидит за меня. Уверен? Он попытался, это уже достойно поражения. Брат, за что ты на меня пикаешь? Ты что-то сделал не так? Помнишь, я сюда топахнулся? На снайпере ты меня пикал. Ну я куда? А не пикал. Дынай, да, наконец, дынай, да? Я думаю, что не видел, что ты там же делаешь. Там коробок с шиллоблейдом, надо таскать с тобой дости. Нихуя. Я побуду с вами в песке. Моя зона комфорта. Нет, это интересно. Другая будет. Я росил тьмы, убили! Не забывайте, что жестокое обращение с фуньярами недопустимо! Врага нет на нижней линии. Я бегу тебя хилять, брат. Только выживи, пожалуйста. Не знаю, что сказать по этому поводу. Ты же как любишь его. Очень сильно. Ну, видишь, меня вдруг убивают Рошана. В важном тифайте, где мы проиграли Олегу игру. Ваша нижняя башня разрушена. Я не играю, жестко. Есть для вас. Привет. Олег, смотри, а твой пытается. Да. Видел. Ушел от них. Я видел, как он ушел от них. Пока есть. Как же пойти влететь не надо? Чем образом? С чем? Ой, чтоб ты еще сдох. Поддержу врага. Брат, поддержи меня. Так, ты говоришь, поддержишь врага, поддержи меня. Брат, три человека уже лайкнул, давай ты. Четыре человека. А ты не будешь в клубе нашим. Я так, в стороне. Поржу. Ням, 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 ням. Два большого уровня. Если я реально спугал твой раз.
Ну хоть когда-то! Наш друг был. Я друга хочу. Пиво. Пасти! Конечно, хочу, чтобы ты выжил. Вот. Я не знаю, с чем помочь. Ну, поможем. Хиляю. Дам тебе штучку. Кость, давай, вперед. А грибов пофармить. Опа, боже, было. Это были мои ПТС. 4 победы тоже нормально. Там Сау больно бьет. 4 победы, 6 поражений, это минус 100 ММР. Не спрашивай, откуда я знаю? Так, нет, ты ментально слышишь. Меня ментально слышно? Ничего себе, мы псионики? Да! А дай эра, Олег. Мне нужно пообщаться ментально. Вашу центральную башню. Да, игра? Эро. А разве это Эро, а не Зеро? Я почему-то думал, Эро. Зеро это ноль. Не, Зеро. Зеро. Ух, сука, как я вам сейчас покажу, блядь? Это все. Опа, не байт. Не байт. Нет, ну стоп, ты потерялся. Че бьет он меня? Чего тролль грибов фармит? Че льдует в них, брат? 10 секунд ульты, брат, 10 секунд. Я пукаюсь мертвым. Опа, напукал, нормально так. Напукал на жизнь вперед, наверное. Да, только смотри, на грибы меня получат свои же. Да, тут два врага. Пипочки. Где-то мне не висят на этот тролль, я не понимаю. Быстро. Вам можно доверять? Ну, кстати, поднялся сразу на 3 уровня. Почти 4. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нижняя башня противника разрушена. Вы это заслужили. Пустыню не остановить. Мрах. Нарыгал на гриппа. Наш слабс убивает. Мне это нужно. Он сам. Летишь в него? Ого, как я дал! О, оцепление. Хорошо. Ну сюда. Конечно, брат, ты представляешь, не на крипов я пошел, но не замаялся. Сука. Ну, кстати, ульта, у меня ника спойс, как я пошел. Блин, блин. Ну, пойдем отсюда. Я бы хиляю, когда подходишься. Сейчас сатани почти собрал.
Почти не считается. Ну, где еще нет? Не надо, не надо. Как будто бы еще когда. Что, не стоять вместе с ним? О, и корова. Ай, блядь, корова. Место для да. Вдох. И... Давай. Давай. Маны не хватает на 5 центов. Динай, динай эти тролля. Ну, динай, тролль всех заберет. Кого, крипов? Да. И тут прыгает клопа в тебя, да, третий будет. Да, она уже давала мне. Короче, когда будет БКБ? БКБ уже у меня есть. А, не заметил. Не прощу, уже забыли. Ну, просто мне так меня со злости. Смотри, а твой проебанный ПТС. Не говори, ты уже второй раз так говоришь. Третий? Нет. Не хватило маны на эпицентр. Надо купить арканы. Арканы. Как ты такое сказал? Чело, я не понял, что я понял. Ты понял, когда я не понял? Понял? Еще я возьму яблочко. Так, 900 маны. Да, не, я пока не хочу. Сейчас будет. Да, попозже можно. 1100. Прикольно. Лапки мне нравятся больше. А там нет лапок. Лапки не нужны. Брюшан набросал. Ты не берешь шан, шкафа нет. Потому что я его уже забрал. Сингабайл. Вот вместе с тобой. Идем. Ну кого? Ну, ну не хотя бы, ладно. Ну что там нет Рошана, но там есть Рошан. Я хуею. Я хуею, я никакую кнопку не смог нажать, брат. Просто ничего не нашумел. Это мои проебанные ППС. ППС тоже. ППС. Хавали придётого одного. Дружка. Ну, сторона не трон. А когда Сларк умрёт, тогда сторона трон? Да, сторона трон, да. Цель не банит его, да, чтобы он показался? Сейчас бар на него прыгнет. А, и на Рошане. А все потому, что ты не аниме. А вот и бар. Был бы ты аниме, мы бы давно выиграли. Нет. Там сайлент забрал, там бара. Ты не привык? Я привык. У меня есть аханимчик, у меня льда теперь этот. О, у нас же два репелла есть. Ну, то есть два глифа. Эта штука работает же на эти здания тоже. Так, да? Последний да. Раз так и работало. Пусть знает, как оно работает, брат. Апдейты, хуй апдейты. Да потому что у меня маны не хватало, я себе взял вот яблочко специально, мне там 200 маны дает. Спасибо, режь арканы. Он мертвым был, когда мне нужен был аркан. О, я проклинаю этот молот на убийство ПТСов моих. Опа, молодец. Хорошо у тебя работает проклятие. Я в кустане постоял, все время, БКБ. Скажи мне, в чем помогает твоя БКБ? Не говори БКБ собирать. Опа, я улетел. Яхуи, блин. Отъебись от меня, корова. Яхуею.
Какой долбоёб туда влетел, мне интересно. Костя, это ты был, да? О, нет. Там уже влетели уже в это время парни. А я рядышком был. Я начал сражаться под ультом и под БКБ. И мне просто стан. Да, я видел, стан тебе был. Ну что поделать? Никогда не собирал БКБ. Если хотите, могу провести поминки по вашей... Страна не там. Да, можно спрятать БКБ, чтобы не умирать. Вот эти вот штуку за секунду. Не подсчитывай, брат, я умираю от станов. Многочисленный. Конечно. Я глиф прожму через 15 секунд. Попытка номер 2 сейчас будет. Мне прожимать руку на тавр спасти или нет? Уедь мне. Костя, я смогу, как смогу, но ты знаешь, как работает. Он же меня не хочешь, ты видишь эти баши? У меня сатаник есть, это тебе интересно. Костя, я тебя хиляю. Спаси, пожалуйста, себя. Соси. Я подсосал. Я вообще все прожал на тебя, Кость. Все, что можно. Ай! Ааа! Ааа! Я хуею! Я хуею! Ладно. Ай, блядь, ай, как что так больно? Какой у тебя ранг был, Олег? У меня был Guardian 3, 4. Хочу, чтобы у тебя еще был Guardian 3. Мне интересно, как у меня был ранг. Будет, то есть. У тебя был 3 Guardian. Третий! У меня Crusader 2. Какой ты говоришь? Crusader 2. А был? Про меня было 2... А, у меня было 1950 ММР, сейчас 1800 ММР. Ну? Хотя я, блядь, брат, у твоего аккаунта 1950, и там 10 поражений подряд. А, там же не перекалибровка была, там я давно не играл. Думаю, там немножко другая механика. Ну, я тебе сказал, что сотку пробежь. Ну да, сотка. Потому что только я, да. Все, давай, Костя, теперь ты перекалибровку должен вырубать. А помнишь, как говорил там, пацаны, я там на хайх мумэр фай, да. Я на хайх мумэр. Она устрелился. Не-не, Костя, давай, чтобы было честно, ты врубаешь сейчас перекалибровку, и мы тебя сливаем также мумэр. Да у меня еще 6 дней, 6 часов. Хорошо, через 6 дней, через 6 часов мы должны слить Костя мумэр. 10 поражений подряд. Уже не подряд, да. В любом случае рейтинг больше, чем у меня 1200 рейтинга, а у вас по 2 и по 3. Я в любом случае поднимусь. Хоть на минуту. Теперь пойду. Вас потихоньку.